Несколько городов и поселков Югры получат дотации с федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В общей сложности более 61 миллиона рублей. Об этом рассказали на заседании окружного правительства. В 2022-м среди победителей оказались Сургут, поселки Козым, Сингапа и Солнечный. Отмечу, что в этом году на конкурс было подано 1200 заявок из разных регионов России.